Вы хотите поставить ребенка в очередь в детский сад? Необходимо сдать документы на получение пособия? Планируете получить земельный участок под строительство дома? Нуждаетесь в господдержке для развития своего бизнеса? Open Павлодар – место, где вы получите все необходимые государственные услуги. Уже несколько месяцев фронт-офис работает в новом формате. В зале государственных услуг прием ведут специалисты отделов образования, занятости и социальных программ, архитектуры и градостроительства, предпринимательства и сельского хозяйства, земельных отношений, а также отдела финансов. Для предпринимателей работает отдельный зал. Специально для бизнесменов на одной площадке собрались банки второго уровня, фонд «Дому», палата предпринимателей, коммунальные службы. Здесь вы можете оставить заявку на кредит и оформить получение тех условий. В общественной приемной вы можете оставить обращение на имя руководителей городских государственных органов. Здесь ваши жалобы, предложения и обращения примут и рассмотрят в обязательном порядке. В зале цифрового ЦОНа каждый желающий может пройти обучение работе с порталом электронного правительства. В Open Павлодар для вас доступно оказание 455 электронных государственных услуг. В зале самообслуживания можно работать самостоятельно. Для этого есть все необходимое – компьютер с доступом в интернет и принтер для печати документов. Для упрощения обратной связи с государственными органами в Open Павлодар установлена тач-панель. Без чьей-либо помощи можно записаться на прием к тому или иному руководителю. Узнать номер очереди на жилье или в детский сад, получить справочные данные, узнать о планах работ в городе и многое другое. Во фронт-офисе работает кабинет центра медиации, где прием ведут квалифицированные специалисты общественных объединений, специализирующиеся в законодательстве и праве. Если вам нужна государственная услуга или у вас возник вопрос к представителям Акимата, то в Open Павлодар вы получите и то, и другое. Больше не нужно ходить из одного здания в другое. Достаточно прийти в Open Павлодар.